Доброе утро. 9 часов в Москве. Я снимаю погоду в Масловском. Подписывайтесь на мой канал, получайте свежие видео о погоде. Переменная облачность сегодня. Легкий ветерок. Такое вот небо с облачками. Ну, а температура воздуха плюс 22 градуса с утра. Очень тепло. Нахожусь я на перекрестке улиц Павлова и Родниковая. Магазины готовят к открытию, но людей пока еще мало. Выходной день, все спят. И гости, и работники. Хорошего дня, друзья, и отличного настроения.